Сегодня готовим такой интересный суп из мяса индейки и капусты кудрявый кейл. В последнее время очень популярная стала эта капуста, и там Запад, и Америка, там Калифорния, по ней с ума сходят. Вот она так выглядит, интересно. В ней куча всяких витаминов, минералов и полезных вещей. И люди, которые топят за здоровый образ жизни, просто делают из нее там все, и салаты, и смузи, и все прочее. Но есть вариант сделать из этой капусты хороший крем-суп. Добавим индейку, тоже такое мясо, достаточно диетическое. Я выварил ее по полной программе, убрал оттуда весь жир, отделил ее от костей и разделил на две части. Первую часть я буду прокручивать через мясорубку, а вторую кусочками прямо будем класть сверху этого супа. Еще для этого я взял несколько долек чеснока и дробленый перец. Тоже немного, чисто для вкуса, чтобы не было такое безвкусное вообще. Начнем прокручивать мясо индейки через мясорубку. А капусту я варю прямо в бульоне. Сейчас я ее разделю на мелкие части и обварю прямо в бульоне. Бульон кипит на плите, поэтому она быстренько сварится, она не такая плотная. Я отделю ее от стеблей. Вот они такие маленькие получаются. Я уже пользовался капустой кудрявый кейл, когда заменял в супе марийской кухни траву. Там по оригинальному рецепту идет борщевик, я что-то не стал возиться с борщевиком, потому что сейчас зима, его попробуй найди. И как-то мне не вызывает доверия это растение. Я его удачно очень заменил на капусту кудрявый кейл, и получилось просто обалденное блюдо. Смотрите, блюдо суп марийской кухни с капустой кудрявый кейл. Если время есть, можно и это отварить, да, или прокрутить в мясорубку, но я этого делать не буду. У меня капусты достаточно, поэтому я сейчас ее возьму, заложу в горячую воду или бульон. Сейчас посмотрю, как места хватит. И разобрать надо вот так вот ее на мелкие кусочки, чтобы она была такой, хорошо проварилась. Все, закладываю капусту, вот так мелко нарезанную, вот на такие частички нарезанную, закладываю в наш кипящий бульон. У нее много. Вот. Всю прямо туда. Такой, вроде бы, суп из капусты называется щами, но капуста пока такая не очень необычная для российской действительности, поэтому будем называть это крем-суп, а можно называть, а даже и крем-суп не получается, потому что частично, в общем, щи, наверное, все-таки, частично же все-таки пюре получается, частично получается капуста, но капуста, опять повторюсь, вот, видите, что это за капуста, хиповая такая, модная, ох уж мне эти модники, ЗОЖ. Ну вот, прошло время, достаточное для того, чтобы капуста кудрявый кейл хорошо проварилась. Надо немного подсолить по вкусу. Попробуйте по вкусу. И я думаю, что здесь вот столько, наверное, надо как минимум половину столовой ложки подсаливать. И сейчас начнем выкладывать наш вот этот вот фарш, протертую, прокрученную на мясорубке индейку уже в кастрюлю. Там как раз сейчас надо разогнать огонь по привычке. И начинаем выкладывать. По идее должна быть такая пюрешная
масса получится. Сразу же закладываю дробленый перец. Вот. Добавляю кипятка и оставляю минут на 10-15. Я понял, что не хватает еще такого картофельного и морковного вкуса. Потому что это реальное изобретение. Нет еще щей, нет еще супов, я не видел, во всяком случае, с капустой кудрявый кейл. И решил добавить туда как раз вот это новшество. Мелко сейчас нарежем. Только надо плоско нарезать вот так вот. Буду закладывать свежую, обжаривать не буду заранее. Не крупно нарезаю картошечку. Ну вот. Идем закладывать картошку и морковь в кастрюлю. Как раз я разогнал огонь хорошо. И сейчас все пошло. Вот и акцент как раз будет цветовой и вкусовые. Я сейчас закипит, убавляю огонь и все. Будем ждать, когда сварится в супе картошка и морковь. Травянистый вкус кудрявого кейла, картошка, морковь, все, вот индейка, не хватает вот такого доброго землянистого вкуса топленого масла. Вся вот эта желтизна какая-то такая серая, да, некрасиво, все ушло, морковочка, топленое масло, все решило. Отлично. Теперь закладываем сюда вот эти вот те кусочки индейки, которые мы отложили первоначально. Большие кусочки индейки. Порционно их раскладывать будем уже потом в этом половником будем разгребать. Все, вот они пошли. Смотрите, какая красота. Потому что получилась такая пюрешная масса. Закрываем крышкой и стоит еще, наверное, как раз вот до конца того, как утонет вот морковка, и все будет готово. До готовности картошки и моркови. Ну пусть поженится все еще минут 15. Уже постоит на самом маленьком огне. Сейчас закрываю крышкой. Суп, или можно назвать щи, пока я не определился сам, из капусты кудрявый кейл с картошечкой, на основе индейки и индейского, хотел сказать, бульона, и бульона из индейки, значит, с морковью, картошкой, готов, и топленым маслом. Так, ну вот и пришло время наше накладывать наше новое произведение и изобретение, я бы даже сказал. Не побоюсь этого слова. Ну что, пришло время попробовать наш суп. Суп, щи. Я так и напишу в описании. Суп щи. Как хотите, определяйте. Вещь новая.
Вот, и тут какого-то, может быть, это даже новая такая какая-то страница в кулинарии, суп щи. О, вообще нормально. О, хорошо, хорошо. Хороший, легкий. Травянистый вкус вот этой капусты. Он как бы дополняется и морковью, и индейкой, и топленым маслом. И вот идеально было бы еще вообще сюда добавить ложку сметаны. Я сейчас добавлю. Еще и сливочный вкус туда добавится, к топленому маслу. Вот казалось бы, из какого-то детского питания буквально сделали. Первоначально суп не внушал доверия, потому что вот эта вот перемолотая индейка, она как растворилась в супе. И мы такие стали, смотрим и думаем, блин, да, некрасиво. Да еще и зелень, которая первоначально была такой яркой, сочной вот в начале видео, да, а потом она как-то немножко стала более печальной, не такой яркой. И вот раз, видите, а получилась красота. Такое часто бывает. Такое было не раз в наших предыдущих выпусках, посмотрите. Но в конечном итоге получается и красиво, и вкусно, и прямо вот со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, ой, со сметаной вообще класс. Я очень рад, что я не добавил туда лука. И уверен в том, что Ирина Сергеевна, моя жена, будет очень рада такому супу, потому что она не любит суп с луком. Я иногда с ней даже вот как-то она не пробует супы, потому что луковый запах — это не ее и вкус. А вот этот вот очень понравится ей, я уверен, она будет рада покушать такой супчик. Спасибо большое за внимание, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, присылайте к нам на электронную почту, вот, которая сейчас внизу вылетит, свои рецепты, рецепты национальных блюд. И почаще заходите на наш канал, учитесь готовить, повторяйте рецепты, делитесь впечатлениями в своих соцсетях. Спасибо вам большое, желаю вам всего самого наилучшего. До свидания. Thank you.